Всем привет-привет! Ура! Я вернулась! Я вернулась не только на канал, я вернулась в Алматы. Наконец-то! Я так ждала этого. Вы даже не представляете, как я рада. Полгода меня не было в Алматы. Полгода. Я не могу поверить, что время так быстро летит. В этом видео я хочу немного с вами поболтать, рассказать о том, что происходит в моей жизни. Многие в Инстаграме задают вопрос, как так? Вы путешествуете, как вам вообще самим не надоело так долго, постоянно в разных городах, странах, и почему вы не возвращаетесь домой? Всех очень гложил этот вопрос. Дело в том, что мы как бы не привязаны к месту жительства. Я так об этом говорила вам уже неоднократно. Мужу работа позволяет работать дистанционно. Поэтому мы можем позволить себе частые путешествия из-за того, что у нас нет такой работы, которая бы нас привязывала к стране. Мы переехали в наш дом старенький, в котором мы давно не жили. Съемки моих первых видео как раз-таки проходили в этом доме. И столько воспоминаний. Здесь выросла Сара. Мы хотели сюда вернуться, но здесь были квартиранты, так как мы решили путешествовать, решили уехать примерно 2 года назад. Мы сдали этот дом в аренду, и 2 года в нем был офис. Представляете, они освободили дом как раз, когда мы были в Украине, и так совпало, что нам нужно было вернуться в Алматы. Мы подумали с мужем и решили не сдавать больше дом в аренду и въехать снова в этот дом. Конечно же, после того, как мы въехали здесь, ужас, что было и есть. Здесь нужно делать ремонт. Единственная комната, в которой мы сделали ремонт, так это эта комната, в которой я буду снимать видео. У нас в доме много комнат, и Вова разрешил мне забрать одну комнату под съемки видео и под мои вещи. Это будет чисто женская комната, чисто моя комната. И в этой комнате я делаю ремонт сама. За свои деньги мы договорились, что раз уж я забираю эту комнату, это будет моя собственная комната под ключ. Конечно, Вова помогает мне здесь и красить, и забивать гвозди, да, и ремонтировать всякие штучки мужские, которые я бы сама точно не смогла бы сделать, но бюджет на ремонт я выделяю собственных денег. Поэтому, конечно, это процесс не очень быстро происходит, так как нужно везде ездить, нужно покупать, смотреть. Я пока-пока то, что у меня было, я поставила. Как бы у меня есть тоже такой небольшой запас со всех времен. То, что сохранилось и осталось, добро нажитое, так сказать. Я пока его здесь расставляю, но здесь нужно много-много чего делать, и на это нужно время, на это нужны деньги, и я пока думаю, где что заказать, где что купить, потому что идей очень много. Пока я сделала себе маленькую такую зону для съемок, чтобы не пропадать, потому что мне хочется снимать, хочется делиться с вами чем-то новым. Пока я могу показать только это пространство. Кстати, я снимаю все это на видео, как я делаю ремонт от нуля. Какие были стены ужасного цвета, сейчас они чисто белые, как я люблю. Я все снимаю, весь процесс, и когда я полностью закончу ремонт, я сделаю обязательно рум-тур и покажу вам. Но это будет не очень скоро, ну, думаю, может, неделя-две. Примерно так. Многие спрашивают, так как я вернулась в Алматы, когда будет встреча со зрителями, с подписчиками в Алматы, может быть, из других городов Казахстана. Я не планирую пока поездки в другие города Казахстана. Я буду находиться только в Алматы. Пока я не знаю сама, может быть, куда-нибудь пригласят. Да, я буду организовывать встречу в Алматы обязательно. Она примерно будет в сентябре, может быть, в начале сентября. Я пока тоже планирую, думаю, как все организовать, потому что это мой город, хочется сделать что-то хорошенькое, особенное. Хочется сделать встречу запоминающейся, потому что здесь у меня много знакомых, не то что в других городах. Когда я приезжала там в другие города, я затруднялась с местами, с выбором мест, потому что я не знала ни города, ни людей, живших в этом городе. А в Алматы у меня много знакомых, много разных мест, и я могу уже что-то придумать, что-то организовать. Могу еще немного рассказать про свои волосы. Как вы могли заметить в Инстаграме и на видео, я покрасилась еще в Украине. Но когда мы поехали на море, у меня цвет волос у меня поменялся. Стал более желтый. И в пятницу в эту я иду на окрашивание волос к Рустаму. Я пока не знаю, что мы будем делать.
но будет что-то немножко другое, получше. Вот, я уже так соскучилась по друзьям, я не была в Алматы полгода, еще раз повторюсь, я не видела друзей своих полгода. А нам осталось буквально покрасить стены и поменять некоторую мебель, мне нужно сделать детскую комнату для Сары. Нам нужно сделать спальню, кухня у нас готова, ее нужно только отмыть досконально после всех. И в принципе все. Что касается Сары, она сейчас с бабушкой, потому что мы не можем ее завести в этот дом, потому что он не готов, здесь валяются гвозди повсюду. Бабушка как родная мама, вторая мама ей, они друг друга просто обожают. И она с удовольствием осталась у нее. И я спросила: «Сара, ты хочешь остаться у бабушки?» Она сказала: «Да». Поэтому проблем тоже с этим никаких нет. И я спокойно могу оставить ее на неделю. Могу на 2 недели оставить, мы можем поговорить по телефону, и как бы никаких проблем особенных в этом нет. Я, наверное, не чокнутая мама, которая будет страдать и умирать, если нет рядом ее ребенка. У меня такое было в начале, когда мы только самый первый раз уехали путешествовать, и я ее оставила с бабушкой, ей был год. И мы поехали, по-моему, во Вьетнам тогда. На месяц. По-моему, месяц нас не было. И тогда у меня, наверное, первую неделю сердце кровью обливалось. Мне казалось, что я оставила, наверное, руку, ногу, ну все оставила в Алматы, и мне было жутко плохо. Я не знала, как справиться со своей депрессией, но потом это чувство прошло, и я стала себя совершенно нормально чувствовать, в принципе, привыкла, и все. И с тех пор я могу спокойно оставить ребенка надолго. Бабушка с близкими людьми, конечно, это ни в коем случае не будет никакая няня. Это будет только родственник, только близкий человек, и только если Сара не против. А она не против, я вас уверяю, потому что там за ней полноценный уход. Мне кажется, даже 100 раз лучше, чем я за ней ухаживают, и играют, и сюсюкаются, и ну, все что угодно. Там супер ответственная бабушка, поэтому я вообще не переживаю. Сара, конечно, ходит в детский сад сейчас. А опять же, она очень любит ходить в детский сад. Она обожает общаться с детьми, обожает всякие там игры. Даже кушать она любит в детском саду. Поэтому тьфу-тьфу-тьфу, мне в этом плане очень повезло. То, что ребенок непривередливый, обожает общение, обожает с кем-то гулять, играться. Не висит она на мне, не висит она на папе. И в этом плане мне очень хорошо. И еще у меня для вас одна новость. Многие, конечно, уже узнали о ней, но кто-то, наверное, не знает, что Вова открыл канал свой. Он записывает видео о наших путешествиях практически везде, где мы были. У него уже на канале, по-моему, 12 влогов с разных мест. И у него много еще сюжетов, которые он не смонтировал. Все он делает сам, монтирует сам. Ролики у Вовы более такие подробные. Он со стороны снимает. Конечно, я немного там в другом ракурсе. Мне иногда непривычно, потому что я себя так не показываю, как он показывает меня. Большинство, наверное, влогов и про путешествия и так далее будут у него, если мы будем вместе путешествовать. Я не прекращаю снимать влоги, я буду также продолжать записывать влоги для своего канала, чисто девчачьи, по болтушке, там пошла туда-сюда. Как бы, а у Вовы совсем другой формат, я ссылку оставлю под видео на его Вовин канал, поэтому давайте подписывайтесь, потому что там у него очень много интересных и прикольных моментов. И что касается нашего дома из контейнеров, мы в нем не живем. Многие подумали, что мы переехали в дом из контейнеров в Инстаграме, когда я выставила фотку. Нет, дом стоит в том же виде, что и мы его и оставили. Мы пока ничего не планируем в нем делать, даже, может быть, мы его продадим. Если у вас есть вопросы, задавайте их под этим видео. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока!